Всем привет! С вами Полторашка. Мы находимся на Вайнера. Сегодня такой прекрасный день. Много чего интересного происходит здесь. Давайте посмотрим. Что-то такое происходит непонятное. Люди спят. Люди играют. Медведь хочет сожрать ребенка. Он, смотри, как он отбивает, то есть мяско помягче делает. Ребенок сам еще себя трогает. Так это. А там вот хотят угнать машину, что-то прям целой толпой залезли. Памятнику холодно. Решили укрыть. Люди хотят угнать машину. Нет, уже не хотят. Что-то она им не понравилась, как-то старинная слишком. А, так ее заводить надо, вы хоть покрутите, что ли? Че, я не знаю, что говорить. А что вы делаете? Что происходит? Мы спим! И как вам здесь удобно? Очень! Прикольно. Может, тоже лечь рядом? Не мешай спать даже на ходу, как мило. Скажите, что здесь происходит? Это сонный флешмоб. Вау. Типа вы все спать хотите, да? Да. Девушки, а как пройти к Финскому заливу? Не мешайте спать, бедняжки. Спать хотят, бедняжки. Круто. Даже с мишками, как мило. Ну а теперь мы зашли в торгово-развлекательный центр «Гринвич». И здесь тоже есть, что вам показать.